Состоялась встреча сотрудников администрации с жителями. Вопрос на повестке дня – благоустройство Томилинского лесопарка. На собрании также присутствовали и застройщики, которые показали предварительный план работ. Какие изменения затронут парк, расскажем в следующем сюжете. Территория Томилинского лесопарка занимает более 30 гектаров и пользуется популярностью у жителей округа. Сейчас это не только зона отдыха, но и место, где проходит множество спортивных мероприятий. Наша идея была как раз создать некую такую вот благоприятную спортивную зону на очень красивой лесной территории. Но чтобы там могли еще отдыхать простые жители, да, мамочки с колясками, у которых, например, папа, да, ездит на велосипеде. Ну, чтобы любому человеку в этом лесу было комфортно. Ну и хорошо. В проекте предусмотрены дополнительные входные группы, парковочные места и установка малых архитектурных форм. Тренажеры, детские площадки, зоны отдыха, трибуны, спортивные трассы и кафе. Все будет выполнено в деревянном стиле на металлических каркасах. Сам проект замечательный. Если дополнить там те пожелания, чтобы были места, где мангалы можно разжигать, то есть, чтобы не хаотично разжигали эти костры, народ разный. Потом площадка вот для выгула собак и чтобы туалеты были. А так, в общем, очень хорошо. Проектировщики особое внимание уделяют и сохранению живой природы. Высокоэкологичные материалы не навредят окружающей среде. То есть мы, допустим, один из примеров освещения, которое выключается в определенное темное время суток, чтобы, допустим, не стрессовали животные, которые в этом лесу живут. И либо используем твердое покрытие, гранитный отсев, который пропускает воду, чтобы, допустим, корневые системы не были там забетонены просто намертво, и деревья продолжали жить. После встречи все изменения и пожелания внесут в проект. Сами работы по благоустройству начнут уже в этом году. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.